Добровольные пожарные дружины – основные помощники профессиональных спасателей. Команды неравнодушных функционируют во всех уголках области, чтобы при любой внештатной ситуации сразу же прийти на помощь жителям. В этом году проверить себя в бою со стихией вызвалось 13 добровольных пожарных дружин. Всего 70 человек. Есть отдаленные населенные пункты, которые оказывают самое непосредственное участие и помощь в тушении пожаров, ликвидации сгорания. Это как раз добровольные пожарные. То есть они первые приходят, уезжают в те отдаленные места и, соответственно, принимают меры мобилизации тушения пожаров до прибытия подразделения. Главной целью соревнований стало спасение условного пострадавшего, боевое развертывание, оказание первой медицинской помощи, преодоление преград. Все это выпало на долю команд. В этом году в программу соревнований были добавлены два новых испытания – спортивная эстафета и письменное тестирование на знание основ пожарного дела. Не у всех команд получалось пройти этапы быстро и без ошибок. Многие получали штрафные 10 секунд за допущенные недочеты. По итогам конкурса лучшими из лучших среди команд стали добровольцы Маинского района. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.